Для одних карантин – возможность отдохнуть, а для других – время усердных стараний. С момента объявления карантина еще в марте на фоне распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане фотографы неустанно работают. При этом не забывают отправлять свои работы и на международные конкурсы. В числе последних, где им удалось отличиться – «Азербайджан Фотосалон 2020». Недавно мы подвели итоги очередного международного фотоконкурса, организованного азербайджанским фотоклубом «Дилавар». Он прошел в соответствии со специальным разрешением Международной Федерации фотографического искусства. В конкурсе приняли участие более 850 фотографов из 74 стран мира, которые отправили на этот конкурс около 13 тысяч работ. Азербайджан представили около 20 профессионалов и фотографов-любителей. 6 из них смогли завоевать награды, в числе которых 4 золотые медали, 1 специальная лента и 1 диплом. Тематика разнообразная. Особое внимание привлекают работы, снятые в период пандемии. Некоторые из них в настоящее время демонстрируются в Украине. В целом, с 2015 года по сегодняшний день азербайджанские фотографы завоевали 210 наград на конкурсах Международной Федерации фотографического искусства. В последнее время фотоклуб «Дилавар» проводит ряд проектов. Я принимаю непосредственное участие в их реализации. При этом самому не всегда удается отправлять свои работы. Но по возможности я стараюсь быть активным и в этом деле. Вот недавно мои работы демонстрировали в Польше. Внести вклад в развитие фотографии в стране – главная цель фотоклуба «Дилавар». Только во время пандемии проведены две виртуальные выставки на тему коронавируса. Тели Гусейнзаде, Смира Алиева.